Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о развитии морального авторитета. Когда мы с вами призываем к ответственности наших детей, когда мы с вами говорим, что они должны быть послушными, у нас должно быть определенное основание. Поэтому я бы посоветовал каждому найти наставника и быть подотчетным. Однажды я был свидетелем одной очень интересной сцены. Одна мамочка пыталась призвать, в магазине это происходило, призвать свое чадо к покою, когда оно капризничало, этот малыш, я не помню, была это мальчик или девочка, устроивший истерику в магазине по поводу того, что ему что-то нужно было купить. И мама, она очень сильно пыталась успокоить ребенка и сказала такую фразу: «Ты должен меня слушаться, потому что я мама». И в этот момент ребенок успокаивается и, глядя на свою маму, говорит: «А ты сама, когда выпрашиваешь у папы в магазине что-то, почему ты не слушаешься, когда папа тебе говорит «успокойся»?» И знаете, вот в этом вот небольшом периметре, там, в радиусе 5 метров, все притихли, потому что это было, знаете, как прям не в бровь, а в глаз. Если мы хотим, чтобы у нас было основание для воспитания наших детей, нам просто необходимо, чтобы наши дети, они видели, что мы требуем от них то, что делаем сами. Что мы кому-то подотчетны в наших делах, мы кому-то подотчетны в тех вопросах, которые являются спорными. Более того, я вам скажу так, очень трудно иногда разобраться в сложных вопросах морально-этических отношений. Понять, что правильно, что неправильно. Мы нуждаемся в совете, мы нуждаемся в направлении, мы нуждаемся в исправлении. И если мы думаем, что мы справимся сами, абсолютно со всеми вещами, мы заблуждаемся, и мы будем падать. Если у нас будут наставники, мы будем совершать меньше ошибок, мы будем совершать меньше каких-то движений лишних, и тем самым мы сформируем основания для дисциплинирования наших детей, которые будут видеть, что мы послушны, и поэтому мы тоже имеем право требовать послушания.